Наша победа, полная, на мой взгляд, это не взять и Вашингтона. Это убрать американцев, выкинуть их из Европы. Белый дом объявил задачу нанесения нам стратегического поражения. Сказал, что это является экзистенциальной задачей для Соединенных Штатов. Поэтому и да, и что Россия должна быть побеждена на поле боя. Так что вот на поле боя. Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, ну, наверное, задачи, которые поставлены президентом, будут решены быстрее, но они будут решены в любом случае. А о том, что оружие, поставляемое на Украину, в огромном количестве расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами, это давно известный факт, и мы не один раз в Совете Безопасности он привлекали к нему внимание. Ну, вы знаете, как говорят у нас, как об стенку горох, если уж западные стратеги вознамерились добивать свою линию, используя Украину и тела украинцев в качестве инструмента агрессии против России, ну, кто ж тут может что поделать? Ну, да, тут, по сути, добавить нечего, в общем, к тому, что сказал Сергей Викторович. Ну, и вдвойне становится понятно, что официальному Киеву необходимо сейчас показать какую-то перемогу для того, чтобы все-таки выклинчить оружие, каким-то образом... А откуда его взять? Актуализировать тему. Но клянчить можно, получить откуда? Просто чисто физически. Какое оружие можно дать? Сложно сказать. Может, железный купол возьмут? Ну, не иначе, да. Но я думаю, им даже лучше... Он же просил, да. Им даже лучше чугунный купол сразу и желательно по куполу настучать. Нет, при этом я ни в коей мере не ставлю под сомнение эффективность железного купола, но сейчас уже израильтяне говорят, что у них ракеты кончились, а американцы типа дайте, чтобы мы могли работать. При том, что, ну, сравните... Та площадь, которая закрывает железный купол, несравнима с территорией Украины. Безусловно. Это даже одной области такой прифронтовой. Конечно, просто чисто физически. А откуда все взять? Вот Израиль, который столько лет занимался, и уже за сутки надо обращаться за помощью. Очень поэтому, быстро сдулось. Да? Конечно, поэтому просить-то можно, а получить-то что? Танки Меркавы 4? Ну, окей. Они слишком быстро горят, скоро нечего будет получать. Горит любой танк, но он и приспособлен для этой погоды, для этих условий. Я в другом плане. Но Израиль сейчас не может себе позволить роскошь взять и отдать танки, учитывая, что они поставили задачу проведения полномасштабной операции, взять всю Газу под контроль. 2,6 миллиона человек чуть-чуть. Поэтому где взять то самое оружие? Я не говорю про его качество, просто чисто количество. Где его взять? А главное, кто сейчас поверит, что на этом война закончится? Мы же понимаем, что это начало очень большой войны на Востоке. Конечно. К сожалению, очень большой. И там будет столько оружия, а там у американцев прямой интерес. У них там военные базы, их надо будет защищать. Это они говорят, что мы сейчас там долбанем по Ирану или что угодно. Так Иран может нанести очень могучий удар по американским военным базам. Конечно. Там... Но здесь, кстати, показать... Не время раскидываться оружием. Мы все помним вот такого провокатора штатного СБУшного, как Дмитро Карчинский, да? Ну, да. То есть вот негодяй, который каких только заявлений не делал. Так он недавно вот в интервью открыто сказал, что необходимо сделать что-то эффектное, красивое, типа форсирования Днепра, штурма и захвата чего-то. Ну, да? Мы ждем. Да, и здесь, кстати, еще... Не, мы понимаем, мы видим их приготовление, понимаем, что вот сейчас Хамас попытался на парапланах или как-то еще сделать попытку атаки одного из важных энергетических объектов. Мы понимаем, что и украинцы будут, конечно, ту же тему использовать. Мы видим, как они пытаются выбрасывать десант на острова. Мы видим, как они концентрируют войска от берега, там, 10-20-километровые зоны. Мы видим, где и как они подтягивают технику там с понтонами. Все видим, все наблюдаем, все разбираем. Так что понимаем. Да, ну... Там генерал-полковник Макаревич, это направление за него отвечает. Человек очень грамотный. Я у него был в гостях, как раз под Антоновский мост мы с ним съездили. Я думаю, что там не проспят. Ну, непосредственно тому же режиму Зеленского на руку сыграло бы неожиданный прорыв в каком-нибудь неожиданном месте. Ну, понятно, этих мест все меньше, их практически нет. Мы прорвем. И ужасное преступление, в кавычках, которое можно повесить на Россию. А теперь поэтому уже... думаю, что меньше не будет. А после того, что случилось в Израиле, я думаю, что
Мир содрогнуть нечем. Информационная атака против нас с вами. Мы что, не ждали каких-нибудь деструктивных действий на важные для нас даты? Конечно, ждали. Местно по поводу вот этой было текста в Телеграфе, если я не ошибаюсь, где было написано, что администрация Джозефа Байдена, они думают так, чтобы этих глупых разговоров на тему помогать Украине, не помогать, выделять деньги, не выделять, больше не было. Давайте выпишем сразу себе бюджет на 100 миллиардов. Что вы думаете по этому поводу и насколько эта информация находит какое-то подтверждение? Я слышал другие цифры, но это не то, идея не столько администрации, сколько республиканских сенаторов, друзей Украины, в частности, вот, сенатор Кардин об этом говорил. Я слышу цифры, растут там, сначала слышу цифру 60 миллиардов, потом 70, вот вы мне говорите 100. А что точно известно, что администрация Байдена уже официально заявила, что вот этот законопроектик отложенный о 24 миллиардах они не будут вносить после избрания нового спикера, а мы все надеемся, что это будет проукраинский спикер, будет вноситься новый бюджет, причем до... Ведь, смотрите, бюджет на следующий год, это значит до 1 октября 2024 года. А по новой идее, вот эти в разных версиях 60, 70 или 100 миллиардов, что-то большая цифра, это имеется бюджет, идея эта замечательная, до 21 января 2025 года, то есть до конца президентства Байдена, до прихода нового президента. То есть почти там на полтора года это будет делаться. Да, это именно так, это единая точка зрения и администрации Байдена, и проукраинских республиканцев решать вопрос вот таким образом. И таким образом, ну, как бы снять дискуссию вот эту вот. Да, сейчас некуда дискуссировать, воевать надо. Это правда. Андрей Андреевич, ну, смотрите, у нас тут 50 минут, давайте я вам еще один вопрос задам. Ну, понятно, что российский нацизм, он базируется вообще в принципе на вранье. И вот они начали сейчас разгонять такие вот эти вот фейки, что оказывается, американское оружие и вообще западное, мы поставили Хамасу, Хамас напал на Израиль и так далее. Вот эти вообще, ну, оно там так коряво, конечно, сделано. Например, там показывают видео, украинские военные сжигают херам собачьим, извините, лучший танк мира по версии Владимира Путина Т-90. А там текстовая дорожка. С помощью украинского западного оружия уничтожен очередной танк Меркава. Ну вот они разгоняют эту тему, что вот мы тут вместо того, чтобы воевать, торгуем западной помощью военной, что, ну, абсурд понятен, потому что если у нас, нам и так не хватает оружия, а тут еще. Но тем не менее, технологически это как-то заходит вот туда, за океан? Ну, как это может заходить? А вы что, забыли про такую замечательную украинку, которую зовут Виктория Спарц? По-моему, это было полтора года назад. Она же орала, секретные письма писала, там, я не знаю, Зеленскому, Байдену, Папе Римскому, кому угодно, что разворовывается американское оружие, оно все попадает на западный рынок. Это старая фальшивка. Она уже не работает. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.